эскиз планировки квартиры, общая площадь 58,3, жилая 42,3. Ни о чем не говорящие нам цифры. Итак, а здесь мы видим, ну, как я считаю, правильное расположение входной двери. Она открывается наружу, тем самым не съедая и без того маленький вход, вот маленький этот коридорчик. То есть тут я просто поддерживаю руками и ногами. Заходим дальше. Что мы с вами видим? Мы с вами видим дверь в туалет. Дверь в туалет открывается навстречу, скажем так, потоку входящему. Значит, здесь у нас открывание сделано, дверь наружу открывается, правое открывание у двери. Ну, не очень это удобно, потому что, входя, вы рискуете получить просто дверью по физиономии. На самом деле, здесь какие варианты возможны? Ну, вариант, например, открывание двери внутрь. Вот таким образом или таким образом. Ну, вот здесь, вот, конечно, напрашивается вот такое вот открывание. Потому что здесь вот есть вариант разместить какие-то, ну, какие-то, может быть, приборы необходимые в санузле. Вот таким вот образом. Вот, поэтому вот такое открывание, ну, вот здесь будет, мне кажется, оптимально. Следующий вариант, это у нас ванная комната. В ванной комнате открывание сделано здесь вот таким образом. Ну, может быть такое, может быть, но опять же не оптимально. Опять же, ну вот вы сделаете открывание вот в эту сторону. Что вам мешает? Поскольку уж раз у вас такой у вас узенький проход, вот сюда, например, да? Опять же, почему это делается? Вот вы вот так вот проходите, а ваша дверь открывается вот таким вот образом. Ну, не знаю. Очень, короче, на любителя. Дверь в ванную комнату, на рисунке она открывается так. В принципе, можно и так оставить, но если есть возможность, можно было бы взять и открыть ее тоже внутрь. Тогда бы вот эта площадь, вот это вот скопление дверей на одном квадратном метре, оно не было бы таким явственным. И это было бы, мне кажется, более рационально. Значит, следующее. Это дверь куда? Дверь на кухню. Дверь на кухню вот в таком вот варианте она прижимается вот сюда. Но если бы вы сделали открывание, вот, например, на рисунке вот так, то у нас с вами даже та ручка, которая есть на двери, она, вы знаете, она выпирает вот таким образом, то она бы у нас с прохода, вот вы, например, сюда идете, что-то вот сюда внесли широкое, даже она бы не мешала вам, она бы чуть-чуть в сторону отъезжала вот за этот простенок, вот за этот простенок. Именно вот сюда нужно делать открывание, потому что все равно это зона такая, где вы здесь ничего не разместите. Поэтому открывание вот таким вот образом, мне казалось, кажется лучше будет. А давайте в следующую комнату. Это комната... Так, секундочку. Вот, комната вот открывается так, дверь к стене. Опять же, никому не мешает. Мне кажется, здесь это оправдано. Едем дальше. У нас с вами вход в следующую комнату. И дверь у нас с вами открывается вот таким вот образом. Тоже не имею ничего против. Но если, например, хочется здесь что-то разместить и мешается дверь, то с легкостью можно открывание сделать вот таким образом. Даже если вот здесь вот какой-то шкаф намечается, то вы можете просто до шкафа открывать. А можете открывать, например, ее вот сюда. Тоже никому мешать не будет. Но если меблировка позволяет, то, пожалуйста, вы можете открывать ее так. Тут не принципиально. Так, следующая вот эта комната. Дверь у нас здесь расположена, вот так открывается. Комнаты очень маленькие, поэтому есть ли смысл делать открывание именно в них? Тем самым вы вот это место вы сразу же крадете у этой комнаты. И здесь вы вот это место крадете у комнаты. Представляете, вы какой кусок крадете? Просто из-за того, что открывание внутрь. А если вы делаете в этих комнатах открывание, например, наружу, вот таким вот образом, либо даже бог с ним, вот таким вот образом открывание, то, пожалуйста, у вас здесь, конечно, съедается место, но здесь оно так и так съедается, потому что здесь, здесь проход у вас, понимаете? Здесь у вас проход, здесь вы ничего не можете разместить.
Поэтому вот я думаю, что вот в этих маленьких комнатушках вот только такое открывание. И здесь бы я сделал вот таким же образом. Ну, либо вот так, либо даже можно взять и сделать вот таким. Хотя нет, скорее всего, только вот так. И тогда проход вот сюда тоже бы был ничем не загроможден. Вот так вот я считаю, как должны быть расположены именно, вернее, как должно быть сделано открывание этих дверей на данном примере. Смотрим дальше.